Я не поняла, вы заказали? Нет, не приходил еще злодей. В этих ресторанах при вокзале нас и не считают за людей. Я во Владик жму из Ленинграда. Муж там без меня на стенку влез. Владика и даром мне не надо. Я в Мацест сбросит лишний вес. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. Встаньте, дорогая, и пройдитесь. Ой-ой-ой. Вот тут у вас висит. Крошка, при моем-то аппетите еле умещаюсь я в такси. Говорят, масластым нет проходу. Пышных сейчас не очень, говорят. Крошка, это западная мода. Наш-то что имеет, то и рад. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. Что я говорю, не ешьте на ночь. После 18 антракт. Ну, а если гости к нам нагрянут? Гости пусть рубают, что хотят. Надо съездить в город Мелитополь. Бабка варит там супец один. Выпьешь, станешь стройная, как тополь. Ага, как артист, Никулин, Валентин. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. А вот эти, извиняюсь, йоги. Крошка, это сумасшедший дом. Я однажды завернула ноги в позу лотос. Так еле развязала их потом. Где ж официант, будь он не ладен? Да вон он, приближается злодей. Мне 4 порции оладий со сметаной. А мне картошки, пива и сельдей. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес.